Как приготовить идеальный стейк? Накалите сковороду. Вся фишка в том, что мы буквально прижариваем стейк, а не варим его. Сначала приправим вот так. Добавим большие красивые кубики перца. Будет симпатично, когда поджарится. Валяем в специях. Вдавливать не надо. Важный момент. Достать мясо за 20 минут до готовки, а то получится замерзший стейк с подгоревшей корочкой. Сковородка начала дымиться, добавляем масло, распределяем, а теперь просто кладете стейки подальше от бортов. Сковорода все делает сама. Вот именно такой звук и нужен. Красивое шкварчание. Берем щипцы, переворачиваем аккуратно. Буквально через 30 секунд уже видим цвет. Эта полоска жира сбоку стейка раздражает. На этой стороне тоже поджарим. Вот она. Ставьте стейк на бок и используйте стенки. Ждите, пока жир не стечет вниз. Так стейк прожарится даже лучше. Добавим немного чеснока. Даст стейку вкус. Не нужно чистить, просто слегка раздавить и кладите к стейку. Если переворачиваете каждую минуту, чтобы цвет был приятным и ровным. Если переворачиваете каждую минуту, то они будут прожариваться ровно. Уделим время добавления. Пора добавить тимьян. Самое время. Еще масло. Я люблю стейки с кровью. С кровью это тут. На ладони сверху. Прожаренный тут, сверху запястье. А теперь добавим масло. Кладем масло. Именно сейчас стейки набирают свой вкус. Растопим масло, пусть оно пропитает стейки. Про чеснок тоже не забываем. Ничего не должно гореть. Берем чеснок и трем его о мясо. Выключаем газ. Вынимаем. Красота. Пусть отдохнут. А теперь нарежем. Получится сырой или стейк с кровью? Вкусно.